Здравствуйте, с вами Марина Князева. Я сейчас нахожусь на круизном лайнере, он называется Carnival Breeze, и на этом лайнере есть специальная зона Spa and Fitness. Сейчас я вам сделаю небольшой клуб-тур по этому фитнес-центру. Пойдемте со мной. Мы заходим в зону рецепции. И проходим. Фитнес-центр не очень большой, но очень функциональный. Сейчас половина восьмого утра, и мы сейчас посмотрим, сколько людей в фитнес-центре в этом находится. Выходите. Это небольшой класс. Здесь проводится, судя по тренажерам, здесь проводятся спин-тренировки, и также в 7 утра здесь стартует фитнес, йога, пилатес в нем проходит, и различные классы групповых программ. Среднее количество людей на тренировках 10-12 человек. В принципе, этот зал, он хорошо вмещает это количество. По крайней мере, вчера на пилатес было 11 человек в зале. Пойдемте дальше. Это у нас оборудование, это будут бары с амортизаторами, TRX. Вот таким образом, тут показано, каким образом на баннере, как это может быть использовано. Да, очень интересно. Есть специальный выход в зал тренажерный, в тренажерный зал из этого зала. Также можно пойти по коридору, идем за мной. Здесь небольшая зона, где можно поговорить с персональным тренером, с инструктором, взять у него индивидуальную консультацию, он расскажет, что сколько стоят дополнительные какие-то услуги, даст какие-то конкретные рекомендации. В принципе, вчера мы это видели, как это все происходило. Здесь зона, можно взять полотенце с собой. Лайф-фитнес, зона блочных тренажеров, в основном, как вы можете заметить, не 90% это беговые дорожки. Не так много эллипсов, и совсем немного велотренажеров горизонтальной и вертикальной посадкой. Здесь зона стрейча, зона растяжки. И вот такой вот вид сейчас из окна. Мы сейчас причалили в Сицилию, Италия. Вот это видят люди, занимаются тренажером. Также лайф-фитнес, он оснащен, это одно из последних оборудований, насколько я понимаю, и оснащен очень хорошими программами. Есть различные выходы, USB, аудио-выходы, подключение iPad'а, iPod'а, все, что можно сюда подключить, сюда подключается. Люди смотрят фильмы, закачивают себе различные тренировочные программы. Очень хорошее оборудование. Небольшая зона. Знаете, мы были вчера в 3 часа дня, и для моего удивления вся кардиозона была заполнена. Было буквально 2 дорожки свободных, но практически не было людей в свободной зоне. Был полностью заполнен класс пилатес и полностью заполнена кардиозона. Это очень интересный такой нюанс. Пойдемте, я вам еще кое-что интересное покажу. Полотенце в свободном доступе. Также есть специальное средство, которое вы можете сами обработать любую поверхность тренажера. Есть специальные для этого салфетки. Вообще тут на чистоте помешанные люди очень. Так как это территория США считается, в плане он принадлежит Соединенным Штатам Америки, вот особенность американцев это прям,
повернутость на чистоте, буквально все оснащено салфетками, дезинфицирующими средствами, вплоть до того, что открыть куда-то взять какую-то ручку на двери, висит специальная салфетка одноразовая, которую можно с помощью нее это можно сделать. Супер. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, есть стенд, который анонсирует программы, которые будут вообще на лайнере проходить. Вот, например, сегодня, нет, завтра, да, 1 августа, в 2 часа дня будет бесплатный семинар по здоровому образу жизни, по сбрасыванию веса, по детоксу организма. И вот можно записаться прямо сейчас тем, кому это интересно. Можно оставить свое имя, номер своей каюты, и вас будут ждать. Будут специальные семинары, на которых будут промотирующие, по всей видимости, на которых будут делаться продажи тех услуг, которые предоставляет этот фитнес-центр и эта спа-зона. Это один из способов продаж, это один из способов продвижения фитнес-услуг. Один из способов продвижения фитнес-услуг и услуг зоны спа. В принципе, все, центр небольшой, и он, сейчас время, я еще раз говорю, сейчас уже без 15:08, люди есть, и люди есть здесь постоянно, так что всем спасибо, до встречи. Спасибо.